7 апреля 1945 года по Кёнигсбергу был нанесен самый мощный за годы Великой Отечественной войны бомбовый удар. В налете участвовали 514 бомбардировщиков. Их сопровождали 124 истребителя. На город было сброшено более 3500 бомб. Советская авиация нанесла массированные удары по укреплениям противника, его резервам, аэродромам, железнодорожным станциям и портам. Эта воздушная операция снизила возможности гитлеровцев к сопротивлению, способствовала быстрому продвижению советских войск и капитуляции Кёнигсберга, который, по мнению немцев, был одной из самых неприступных крепостей вермахта. До победы оставалось 32 дня.